20 минут о красивой жизни, приятных людях и интересных событиях. Это Beauty Time на 31-м. Всем здравствуйте. Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Это Beauty Time, программа о красивых людях и добрых поступках. Продолжаем выпуск. Проект «Рожденная побеждать» уже в третий раз объединяет девушек с ограниченными возможностями. Серия мастер-классов на актуальные темы помогает всем участницам поверить в свои силы и раскрыть творческий потенциал. Мы начинаем серию занятий, мастер-классов для девушек города Челябинска с какими-то ограничениями по здоровью, но не ограниченными по силе духа. Мы раскрываем какие-то способности, которые в них пока еще спят, может быть, и они сами о них не знают. И интересно наблюдать, как вот такая вот из куколки раскрывается такая бабочка. Каждый мастер-класс узнает что-то новое. Мне кажется, ну как можно столько жить и не знать об этом? Очень интересно. Будем придерживаться этих советов. С каждым годом проект становится все масштабнее и объединяет участниц предыдущих сезонов. Это не просто конкурс красоты, но еще и повод познакомиться с новыми людьми и поделиться своим опытом. Я быстрее всех девочек вышиваю картины одной рукой. И после этого проекта моя жизнь перевернулась целиком и полностью. У меня сразу со всеми девочками получилось так, что я стала как-то коммуникабельной развивать с тех, с кем я участвовала. Это организаторы увидели, заметили за мной вот эту коммуникабельность. И когда закончился наш проект, финал прошел, они мне предложили, чтобы я помогала девочкам в дальнейшем. Мы видим, как они расцветают во время проекта, как у них загораются глаза, как они демонстрируют свои таланты во время проведения самой церемонии. Они уникальны, каждая по-своему. Для вот этой категории людей это, наверное, возможность еще самореализации, возможность доказать прежде всего себе, что я что-то могу. Если раньше проект охватывал лишь несколько городов, то сейчас его география расширилась настолько, что он стал международным. Каждый месяц будут проходить вот подобного рода занятия, которые будут давать девушкам нужную для них информацию. А в сентябре у нас съедутся участницы на колясках из разных городов Российской Федерации, и еще и из стран ближнего зарубежья. То есть наш проект приобретает международный уровень. Буду с радостью посещать все мастер-классы и буду ждать приглашения, если возможно, на финал посмотреть на других участниц, поболеть, потому что я знаю уже, что это будет просто необыкновенное волшебное шоу. Это Beauty Time, программа о красивой жизни и ухоженной внешности. Продолжаем выпуск. Брови – это лицо лица. В сегодняшний день брови, мне кажется, это самое главное, что вообще есть. Добавляешь бровки, и взгляд сразу меняется, он освежается. Благодаря бровям можно сделать абсолютно все. На самом деле это началось с личной проблемы, потому что у меня своих бровей практически нет. Вот, поэтому мне хотелось узнать, как делать их себе. А потом смотрю на других, хочется тоже как-то вот приукрасить, помочь найти свою форму. Именно так и началась история «Броусенд». Под этим брендом теперь будут выпускаться мастера-бровисты. Идеальная форма, безупречный оттенок бровей – на сегодняшний день, пожалуй, главные приметы современного внешнего вида. Именно поэтому мастера архитектуры бровей сегодня так востребованы. Конечно, девушка всегда может все. И дома мы можем и маникюр сделать, и можем себе укладку, и брови, и макияж. Но благодаря опытному мастеру, который возьмет все в свои руки и сделает то, что ты хочешь, то, что подходит твоему лицу, ты такого, конечно, дома не повторишь. И, несомненно, надо хотя бы один раз в своей жизни сходить к мастеру профессиональному, чтобы тебе сделали брови, показали, как надо краситься, где надо затемнять, где надо их поднимать. А потом ты уже можешь поддерживать это, конечно, дома. Но руку мастера ты не забудешь никогда. Если визажист готовит обувь,
образ на один день для особого случая, то задача мастера-бровиста – создать форму, которая останется с клиенткой и завтра, и послезавтра, и все последующие дни до нового визита в салон. Когда ко мне девушка приходит на брови, мы с ней, если у нее действительно есть проблема поддерживать форму, мы с ней садимся, разбираемся, как правильно ее себе отстроить дома, чтобы ее поддерживать. Нужно понимать, что девочки, которые учатся, к сожалению, можно отучиться, но не каждой это дано. А хорошего специалиста видит клиент. Буду этого стесняться. Профессионалов сейчас вот буквально надо вот выискивать, кто действительно владеет всеми техниками, кто знает, какой тон нужен, который действительно чувствует то, что хочет клиент. Там же нужно подбирать под цвет кожи, под цвет глаз, под все. Обучиться всем этим нюансам можно в рамках расширенного курса «Броусент», преподаватели которого знают о бровях все. У меня более расширенные программы, которые как раз-таки нацелены на результат сразу после. Двухдневный курс, он все-таки остался. И сейчас появилась программа на 7 занятий и на 5 недель. Но в 5-недельном курсе там 3 спикера. А я занимаю 2 недели. Одна неделя у нас мастер перманентного макияжа, визажист и бровист также. И третий спикер – это у нас специалист по маркетингу, по продвижению, отстройка от конкурентов. То есть у него также есть практические занятия, где мы подробно все разбираем, настраиваем и уже выпускаем не просто мастера, а который уже действительно встал на ноги и уже после выпуска сразу может себя зарекомендовать. Теория, много практики и продвижение личного бренда. Так вкратце можно описать успешную карьеру специалиста индустрии красоты. На самом же деле требований к хорошему мастеру гораздо больше. Чувство стиля, терпение, ответственность, коммуникабельность и, конечно же, любовь к своему делу. Массажи народов мира, спа-медитации, арома-ванны, калатеновый солярий, чайные церемонии. Все секреты восстановления здесь. Этно-спа на Академика Королева, 31. Профтерапевтическая клиника «Формула», эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска, на Кирова, 159. Традиции ювелирного мастерства в современной подаче. Авторские украшения из золота и серебра. Эксклюзивные обручальные кольца. Дизайнерские работы только с натуральными камнями. Ювелирный бутик «Частная коллекция». Город Челябинск. Цвилинга, 44. Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Это событие не предваряют громкие анонсы и шумная рекламная кампания, но зато оно в графике многих успешных людей нашего города. Вот уже 6-й раз в первые дни весны фонд «Родная» собирает гостей и известных людей нашего города ради помощи тяжело больным детям. В программе вечера творческие выступления от известных предпринимателей, чиновников, артистов и политиков. У нас есть одна изюминка, которая заключается в том, что мы говорим, что мы можем вообще сделать для того, чтобы помочь детям. Мы можем многое. Мы можем собирать деньги, мы можем участвовать в каких-то акциях, а еще мы можем, преодолев себя, выступить в каком-то ином качестве. И вот, вот этот посыл, как всегда делают наши известные люди нашего города, которые выходят на сцену, для многих это очень сложно, но они говорят тем самым, что если это каким-то образом может помочь детям, то мы готовы. Прежде всего мы спрашивали, что вы можете, что вы хотите, что любите. Но когда звучит ответ, я ничего не умею делать, но готов вот ради детей там как-то вложиться, выйти на сцену, преодолеть свои все страхи, то тогда мы предлагали. И, в общем, получается. У нас, в частности, идет показ моделей, и не манекенщицы участвуют, а вип-персоны. Они этим самым дают знать, что они во имя здоровья и благополучия детей могут себя и вот так проявить. Маленькая страна. Маленькая страна.
Баскову Наталью Александровну я знаю уже достаточно давно. В принципе, ну, как бы мы с ней и сошлись, но на почве того, что наши позиции вот такие вот гражданские совпадают, то есть она создала этот фонд, вообще я считаю великий человек, она вот все равно находит людей, то есть вот эти вот мостики перекидывает между тем, кто может помощь какую-то оказать, и тем, кто в этой помощи нуждается. Привыкайте добром замечать и ценить то, что в жизни дается, и за счастьем бежать не придется, будет счастье за вами бежать. Вам судьба улыбнется, и весна в вашу душу вернется. Привыкайте счастливыми быть. Когда случается такая трагедия в семье, понятно, да, что хочется дать и надежду родителям, и какие-то, может быть, шансы, и сделать все, что от нас в этот момент, вот все, что мы можем дать. Мы стараемся от сердца, от всего. Даже можем спеть, хотя петь, конечно же, мы, как и большинство, не умеем. Но стараемся. Ты расскажешь мне. О чем? О том, что мы во сне вдвоем. И снится небу снег, снег зима с облаками. Мечты твои чисты, я знаю. Такое благое дело, как заботиться о здоровье и помогать тяжелобольным. Это превыше всего. Поэтому я считаю, что это то небольшой вклад, который мы можем сделать, это посетить этот вечер и хоть чуть-чуть поучаствовать в этом благом деле. Кульминацией события стал благотворительный аукцион. В числе лотов боксерские перчатки с автографом знаменитого спортсмена Кости Дзю. В этот вечер собирали средства на реабилитацию годовалой Элины Прилепко, операцию 6-летнего Вани Ионкина и покупку специальной коляски для 9-летней Вероники Шевляковой. И хоть вопросы решить удалось лишь частично, работа фонда на этом не заканчивается. Это Beauty Time. Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Весна и цветочный принт имеют непосредственное отношение друг к другу. И хоть в современной моде понятие сезонности уже давно отсутствует, все-таки есть какая-то необходимая потребность с наступлением тепла надевать платье в цветочек. Если говорить об ультрамодной подаче цветочной темы, то это может быть шифоновая модель оттенка Princess Blue, одного из 10 цветов этого сезона. Совместить женственность и практичность, а также добавить образу остроты позволят брюки с цветочным принтом. А очень изысканно эта идея будет смотреться в строгом черно-белом сочетании. Ну и, наконец, вездесущая спортивная тема также не обходится без растительного орнамента. Цветочный бомбер или свитшот также добавит настроения и красок. Камзол – первый в Челябинске комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений, предметов роскоши, антиквариата и аксессуаров. Прием на комиссию и продажа. Запись на индивидуальный визит. 223-43-63. Европейская одежда для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекций. Размерный ряд с 44 по 60. Сеть салонов «Априори». Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК «Горки», второй этаж. Пошелушишь колосочек, очистишь пшеничку и скушаешь. Сразу чувствуется запах хлеба. Без соли, без ничего. Но приятно. Вот это легкая белая мука. Мягкая-мягкая. «Макфа» – основа творчества. Сколько нужно времени, чтобы избавиться от варикоза? Запись на прием – 2 минуты. Диагностика и сдача анализов займут 50 минут. Сама лазерная процедура – 40 минут. Всего 1.5 часа, и вы избавлены от варикоза. Быстро и безболезненно. Вы смотрите программу «Beauty Time». Продолжаем выпуск.
Значит, доминанта к минору. Да, вы начинаете это самое, да. Ну, я думаю, это несложно запомнить. Спросить у меня, с моей профессией, о любимой музыке, то же самое спросить у Дон Жуана о любимой женщине. Его любимая женщина та, с которой он в настоящий момент общается. До начала выступления Михаила Казинника и его музыкантов считанные минуты. Совсем скоро зрителям предстоит отвлечься от гаджетов, пробок и прочей суеты, чтобы погрузиться в атмосферу классической музыки. Человек, когда вторгается музыка, не готов к этому восприятию. Поэтому моя задача – создать искусственно то состояние, в котором человек воспримет музыку. И это не количество вузовских знаний, поверьте. Это настройка организма на волну искусства. Когда сегодня я буду говорить о разной музыке, то каждый раз это всегда будет превосходная степень. Потому что я хочу, чтобы люди заразились этой любовью и почувствовали ее. Сегодня приоритет не каждая сиюминутная вещь и явление, а вечность. Потому что есть, я сегодня об этом буду говорить на концерте, два мира. Мир грубой материи и мир тонкой материи. Грубая материя, мы ее наелись за тысячи лет с войнами, с гадостями, с политикой, сколько угодно. А тонкая материя – это единственное, что защищает и объединяет человечество. Вершина искусства – музыка, потому что она невербальна, неизречена. Классическая музыка – это не только звуки, это очень сложно устроенный язык коммуникации. Ну, не только молодежь, конечно, и взрослое поколение живет в атмосфере простых звуков, нескольких аккордов, очень простых мелодий. И это все делает мышление простым. Почему Михаил Семенович назвал культуру, искусство экономическим вопросом? Да ровно потому, что если, начиная с детского возраста, не формировать сложно устроенного мышления, не получишь инженера, способного создать сложный инженерный механизм. Талантливый скрипач Борис Казинник, лауреат международных конкурсов пианист-виртуоз Вячеслав Зубков, а также лауреат музыкальных конкурсов виолончелистка Татьяна Тутынина в этот вечер исполняли Баха, Шуберта, Мендельсона, а также приготовили зрителям музыкальный сюрприз. В числе прочего, мы будем исполнять это на произведение, можно сказать, последнее, заключительное, даже на бис своего рода. Это шутка а-ля Вивальди. Произведение, в котором мы начинаем в таком классическом стиле, это могло бы быть вполне написанным Вивальди, это произведение, однако потом в середине происходят совершенно неожиданные вещи, и Вивальди неожиданно превращается в джаз. Вот, и наш пианист, который, кроме того, что он еще замечательный классический пианист, он покажет, во что он горазд в стиле импровизации джазовой, например. Фирменный стиль выступлений Михаила Казинника – это сочетание интересных историй с проникновенным, захватывающим дух исполнением, благодаря чему классическая музыка становится близкой и понятной даже малоопытным слушателям. У нас будет 4×4, 16 вариантов линий. То, что и как мозг реагирует на это, я даже не могу вам передать. Постепенно это становится частью мозга и становится основой для колоссального логического мышления. Слушайте. Сверхспособность музыки оказывать терапевтическое влияние известна с давних пор, бич наших дней, стресса и хроническая усталость. Если человек хочет достичь равновесия, уйти от суеты, расслабиться со всеми стрессами, то это Карелли, величайший член Аркадийской академии, перед которым преклонялся мир, он никогда не был забыт, в отличие от Баха. Бах на 93 года был забыт, Вивальди на 200 лет. Карелли никогда. И он всегда влиял на всех. Поэтому одна из рекомендаций – это музыка Арканджело Карелли. А более широкая рекомендация – музыка эпохи барокко.
Все сюжеты Beauty Time, новости и анонсы событий на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. А на этом выпуск завершен. До встречи.